Привет, ребятки! Рад приветствовать всех у себя на канале. Канал Аму Кучинары. Любители повеселиться, а особенно пожрать. Запускаем серию рецептов про пивные закуски. Быстро, вкусно, просто. Ну и под пиво, естественно. Ваше здоровье, друзья мои. Так, сегодня у нас финики. Финики в беконе с сыром дорблю. Сыр с плесенью, если кто не видел, не знает. Я его не очень люблю, но в финиках он прям зачетно заходит. Сырок режем на полосочки, вот на такие. Мы его будем засовывать внутрь финика. Финик нам нужен без косточек. Ну, желательно, чтобы не мучиться, самому не доставать. Вот эти толстенькие я уже буду на три части сейчас резать. Теперь вот так. Сыр подготовили, теперь берем финик, открываем его, засовываем сюда сыр, раз, так, теперь следующая манипуляция, берем палочки, такие вот шпажки. Я их замачиваю в воде, потому что жарить будем, чтобы она, не дай бог, не загорелась. Берем полосочку бекона. Бекон в две буду заворачивать, потому что он весь разваривается. И на шпажку. Такая вот штука должна получиться. Я еще не знаю ни одного человека, кому эта штука не понравилась. Ничего сложного нет, долгая и монотонная работа. Можно заморочить жену, либо детей, либо гостей, но ничего сложного в этом нет. Сыр, финик, бекон. Главное, ищите бекон такой, чтобы он был непрозрачный, потому что этот практически прозрачный рвется у меня в руках. Очень неудобно с ним работать. Ну что, финики сыром начинили, бекон завернули и отправляем их на гриль. Вот такая вот штука должна получиться. Жар прямой, жар умеренный. Жарить будем до тех пор, пока бекон не пожарится. Само собой, на закрытой крышке. Поскольку это бекон, то щелкать здесь нельзя. Можно все это дело упустить. Нам нужен золотистый цвет на беконе. Бекон жирный, с него течет. Вот такого цвета должен быть. Инстаграмовские мои подписчики уже давно это делают. Под пиво, под вино вы просто произведете фурор. Гости не будут понимать вообще, что это такое они едят. Изумительно вкусная и быстрая закусочка к пиву. Бекон соленый.
финик сладкий, а сыр из-за плесени чуть-чуть горчинки дает. Даже не горчинки, а изысканности. Душа сразу понеслась в рай. Подписывайтесь, ставьте лайки. Скоро будут новые видосы. В этом году мы вас приятно удивим. Пробовать будешь? На.